5 чемпионатов мира, рекордсмен мира, рекордсмен Европы. Много говорить, с какими трудностями я сталкивался. Доходя до того, что за свои деньги покупал флаг Молдовы, чтобы на соревнованиях, когда занимаю первое место или когда в призерах, я мог выйти с флагом Молдовы. Костюм сборный, ну, шить пришлось самому, потому что, как бы, никогда нету денег.